привет, с вами снова я, Николь. Сегодня я снимаю влог. Сейчас я иду на KFC Battle и посмотрим, что там будет необычного. Я пойду на автограф-сессию с Мали Сен. У меня есть билет специальный. Погнали. Хорошо, всех помочь. От музыки уже, да? Она уже пришла в парк. Здесь очень круто, атмосфера супер. Очки KFC Battle Quest. Надеюсь, я успею в нем поучаствовать. Это был отдельный. Все, тречок, тречок или все? Давайте еще тречок по 30 секунд. Давайте 30 секунд. Один и тот же трек, 30 секунд и ответочка. Согласны? Двигалы, давай, один трек, 30. Я уже прошла автограф-сессию с Мари Сен, это было так круто. Сейчас фоточку ставлю сюда. Я сфоткалась с Мари Сен. Ура, 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 ура. Ребята, здесь очень много всяких активностей. И нужно собирать по печати на каждую активность. Тогда дают призы за это. Чем здесь круто, атмосферненько. Это я, когда очень много ходила на квесте. Это Элли Герл. Смотрите, какой единорожка. Оу, круто. Подарок, который нам дали, наклеечки KFC и фитнес Хобби. Ну, срок годности, правда, старый, но ничего. Давайте же сделаем вывод. В качестве приза нам дали вот такие Хобби от фитнес. И вот такие наклеечки от KFC. После праздника я осталась очень довольная, мне понравилось. После праздника я осталась довольна, атмосфера была зажигательной. И, в общем, вот, супер. На квесте так пришлось много ходить, что сейчас я очень сильно устала. Ребята, спасибо, что вы посмотрели мое видео. Ставьте лайки, чтобы было много. Смотрите. Конечно, сделай эту кнопочку серой. Также, если у тебя есть идеи для видео, то пиши их в комментариях. Я желаю всем спокойной ночи. Всем пока-пока.